Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными, знаменитыми художниками. Вместе с вами я тоже сам знакомлюсь. Сегодня хочу вам рассказать, немножко показать картины Вьена Жозеф Марии. Французский живописец, с его именем связан резкий стилевой перелом во французском искусстве в середине 18 столетия. Я пользуюсь Википедией, практически зачитываю. Информации не очень много. Он изучал рисование в Королевской академии живописи и скульптуры под руководством художника Шарля Жозефа Туара. При его поддержке принял участие в выставках Парижских салонов. Посмотрите картины. В 1743 году завоевал гран-при и вследствие этого получил королевскую стипендию для своего учебного гран-тура в Италии. В начале 1744 года прибыл в Рим, поступил в Римскую французскую академию, была такая. Провел в Риме 6 лет. После возвращения в Париж жил и работал как свободный художник и в 1750 году открыл собственную школу живописи. В конце этого года во французском искусстве начинается волна увлечения античностью. Вьен одним из первых решительно переходит к новому стилю. В частности, надо сказать, что его картина «Продавщица Амуров», которая была выставлена в салоне в 1763 году, получила восторженную похвалу от Дидро. В 1776 году занимал пост директора Французской академии в Риме. Был назначен число ректоров Парижской академии. В 1789 году получил титул первого королевского живописца. И в этом же 1789 году был назначен главным придворным художником короля Людовика XVI. В начальный период Великой Французской революции оставался малозаметным художником. Но, однако, с приходом к власти Наполеона оказался в центре внимания первого консула. Наполеон назначает его сенатором, возводит в графское достоинство и пожалует его в командоры ордена Почетного легиона. Став в 1755 году директором Французской академии в Риме, он реформировал художественное образование, провозгласив возвращение к античности. Знак признания его выдающейся роли в художественной жизни Франции, он был удостоен членства в Сенате. Творчество Вьена отражает во французской живописи переход от рококо к раннему классицизму. Среди многочисленных учеников художник следует назвать Жака Луи Давида. Ну вот, собственно говоря, и все то, что я нашел по художнику Жозеф Мари Вьен. Французскому живописцу с его именем связан резкий стилевой перелом во французском искусстве в середине 18 столетия. Вот, посмотрите картины. Все. Всем пока, всем привет. До свидания, до новых встреч. Пока-пока.